Жестокие игры, события встречи. Эпиграф. Событие приходит только ко мне в единственном числе. Оно адресовано мне и больше никому. Клод Романа. Оно пришло ко мне и требовало от меня всего и даже больше. И я решила, что оно пришло к тебе. Оно же встречи и требовало от тебя всего и даже больше. Ты справедливо недоумевал. Прости. В той событийной полынье плескалась только я. Я настоящее, я прошлое, я будущее. Из непредставимого и, в общем-то, не моего пока. Гребли, гребли во всевозможные пределы. Стараясь полынью расшевелить, не дать покрыться толще льда, замерзнуть поверхности для перехода в то иное, иному состоянию в себя. Жестокие игры. События встречи.